Этот современный квартал был разработан норвежскими архитекторами в сотрудничестве с нидерландскими. И именно в этом квартале на данный момент работают около 10 тысяч человек. Плюс здесь имеется 400 квартир и один детский сад. Но, конечно же, это больше всего бизнес-район. Типичный пример скандинавского дизайна, современного дизайна – баркуде или штрих-код. Это, в принципе, такая своеобразная планировка в виде черных и белых зданий, то есть темных и светлых, с лакунами, для того, чтобы, в принципе, они по себе напоминали штрих-код. Как же все продумано в плане садовой планировки. Поэзия. В урбанистическом стиле. А сейчас мы направляемся также к известному подвесному мосту, который называется Акробат. Уже здесь все продумано, все четко и очень-очень органично смотрится. И мы видим именно эту планировку. Это череда светлых и темных зданий с лакунами, да, с пустыми вкраплениями, чтобы создать видимость штрих-кода. Вот это у нас светлое здание и, соответственно, черное, темное. Ну, красота страшная сила. А вот и дождик подоспел, так что пора нам от этих инсталляций уже топать обратно. Вот такие вот оригинальные скамейки. Поэзия. Ну, в моем понимании. Ну, очень красиво. А это квартиры. Очень много дерева. Все засажено, все чисто, очень культурно. Сейчас я хочу зайти в эту кофейню, кафе Бренрия. Это сеть кофей, но именно эта кофейня в этом районе считается очень хай-тековской и с интересным скандинавским дизайном, так что рваню. Сюда. В нашу Скандинавию, в ее самом лучшем краю. Есть веганские альтернативы, типа всякие чеп-пудинги, пирожки, бар-меню, красота, это вот дизайн. Итак, я взяла кортадо с овсяным молоком. Все это мне обошлось в 50 крон, где-то 5 евро. Вот такая вот ословская жизнь. Бюджетненькая, в кавычках.